Даже самые собранные пассажиры порой забывают свои личные вещи в такси. Поэтому, уважаемые водители, если вдруг вы обнаружили в вашей машине личные вещи, забытые пассажиром, и не можете с ним связаться, правильно будет обратиться к сотруднику или в ближайшее отделение внутренних дел. И помните, не стоит присваивать найденные вещи себе, поскольку такие действия влекут за собой ответственность. Уважаемые пассажиры, при выходе из машины лучше не спешите и убедитесь в том, что ничего в ней не оставили.